И вот, по прошествии 17 месяцев и 7 дней, ковчег остановился на высочайшей из гор Араратских. И после того, как третий голубь вернулся с оливковой веточкой в клюве, Ной распахнул двери ковчега, ступил ногою своей на траву, распростер руки к солнцу и громогласно произнес: «Асса!» «Асса?» «Асса!» Это и было единственное донесенное до нас из тех допотопных времен слово. А вместе с ним передалась кому-то из нас их сила и чистота. У вас нет мальчика-бананана? Нет. А разве он не у вас? Нет.
Впрочем, извините, подождите минуточку, сейчас посмотрю. Алло, Егор, ты ж мне? Да, вот здесь! Шашуй, мальчик, бананам! Ту-ту-ту! Здравствуй, мальчик банана! Ту-ту-ту! Здравствуй, мальчик банана! Ту-ту-ту! Здравствуй, мальчик банана! Ту-ту-ту! Здравствуй, мальчик банана! Сколько, говоришь, сюда входит? 120 контейнеров внизу, да еще сверху можно. Сверху? А сверху сколько? Почти половину. И сколько же это получается в тоннаже? В тоннаже не знаю, посчитать надо. Понятно. И зимой, ты говоришь, тут практически пусто? Почти всегда. Ну, спасибо. Надо посчитать. Надо посчитать. Жак, а так 812 на 3, это не слышали? Нас Ялта принимает? Нет, по-моему, нет. Ты что, майор? Майор. Почему? Не почему. Обыкновенное воинское звание. Почему не лейтенант? Товарищ, мне трудно отвечать на вопросы. Меня мутит. Я уже пол парохода заблевал. Идем. Ты бы еще генералиссимусом вырядился, урод. Иди ищи свою камеру. Типун вам на язык. Какая камера? Мы должны быть добрее друг к другу, товарищ. Садись. И не смей больше пить. Понял? Шторм. Какое пить? Шторм.
казалось, главная мечта императора Павла сегодня сбылась. Двор и царь впервые заночевали в Михайловском замке среди еще сырых стен и туманных от влаги камней. Но ожидаемой радости царь почему-то не испытывал. Холод ли, тягостное предчувствие, молчание придворных, угрюмые лица жены и сыновей были тому виной. Как знать, как знать. Мама, я уже не ребенок! Нет! Корабль подойти не может! Шторм! Мама, какой юг? Тут снег лежит. На Мурвокзале. На Мурвокзале переночую, говорю! Все! О, Господи! Господи! Ну что? Что? Простите, пожалуйста, но мы абсолютно не понимаем, зачем интеллигентному человеку ночевать на Мурвокзале. А давайте познакомимся. Это Витя, мой друг Витя. Чего вы так шарахаетесь? Возможно, вас смущает, что он негр? Так это пустяки. Он наш негр, советский, социалистический. Можно сказать, вы видите перед собой негра новой формации. Не Майкл и не Джо, заметьте, а Витя. Прямое следствие дитанта. Обыкновенный Витя. Ведь правда ты Витя? Да, я Витя. Ты ведь не Майкл и не Джо. Я вам хуже историю расскажу. В Ленинграде поймали иностранца. Так он вез в СССР чемодан с гадюками. А вас, простите, как зовут? Алика. Странное имя. Чего тут странного? Дурацкое имя, вот и все. Мама хотела назвать Александра, а отец Ликой. Сошлись на среднем, получилась Алика. Дикси, как, впрочем, любой компромисс. А море зовут Черное. Вот это жилище, вот это гостеприимство. Мам, спокойно, это со мной. Марья Антон, здрасте. Здравствуй, Витя. Здрасте. Глядите, какую мы вам чудесную жилищку привели. Я только на одну ночь. Это зависит от шторма. За столом никто у нас пройдите. Лишний. Нет для нас ни негров, ни цветных. Комната чистая, белье свежее, сетка панцирная. Одеяло пуховое, телевизор КВН. Все стоит 3 рубля. Хорошо. Сними рубашку, я тебе сейчас постираю. Не? Да нет. Пожалуйста. Держи. Ага, спасибо большое. Ну все, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Да что же такое, опять на ходу хватаешь? Чего хватаю, молоко пью. Молоко пью. Пойди поешь по-человечески, тебе все на столе оставлю. Вечно хватает. Гастрит уже есть? Язву наживем. Земля моя. Страна моя, ты самая любимая. Мама, звезды. Ты что там делаешь? Смотри, кошка. Тащи ее сюда. Смотри, как глаза в темноте светятся. Вы со своим другом очень смешная пара. Вам в цирке выступать можно. У него негр кто? Мама, папа? Папа. Он был народным героем Анголы. Жалко папу. Погиб в застенке. А тебя как зовут? Бананан? А что за песня? Твоя? Моя. Чуть не пьют. На самом деле я ночным сторожем работаю в театре. Пей-пей. У нас там отличный зал. Записал, прослушал. Стер, снова записал. Хочешь, можем на пару что-нибудь сочинить? По дороге из Шварцвальдборхауза в Грюнец-Виленберг, а в Германии значительность города стоит, как правило, в обратной зависимости с величиной его имени, в небольшом трактире остановился великий Гёте и был вынужден прожить в нем 3 недели. Держи. Это зачем? Будешь освещать нам путь. Так вот, отправившись на прогулку по живописным окрестностям совершенно необжитой местности,
Не горит что-то у нас. Он по возвращении в трактир к своему удивлению обнаружил, что единственной представительницей прекрасного пола была полоумная прислужница хозяина. Глухонемая, кривая отроду, она была равнодушна к пылкости великого романтика. 3 недели, не обея, создание значительными признаками вырождения на лице оставалось холодна к пылкостям великого Гёте. Но именно ее мы обязаны благодарить за ту чарующую неразделенность великой любви, пронизавшую впоследствии весь гениальный Фауст. Йо! Слабоват огонек. Таким путь не осветишь. Не скажи. Если каждый из нас зажжет по спичке, свет будет до полнеба. А это что? Театр. А играет кто? Хорошие, добрые люди, только очень маленькие. Текст хорошо запоминаешь? Вроде нормально. Ну, учти, текст сложный. 3 раза нужно сказать «нет», потом 6, потом слово «женский». А это что? Компьютер японский, Yamaha. Класснейшая вещь. Нравится? Угу. Зрение появляется новый объект. В моем поле зрения появляется новый объект. Иду на вы, иду на вы, иду на вы. Может, это шкаф? Нет. Может, это стол? Нет. Каков твой номер? 6. Каков твой пол? Женский. Иду на ты, иду на ты, иду на ты. Иди. Наше поле зрения появляется новый объект. В нашем поле зрения появляется новый объект. Идем на ты. Идем на ты. Идем на ты. Идем на ты. Кромлях. Кромлях. Кромлях.
Откуда такой драндулет? Немцы бросили при отступлении. Какие немцы? При каком отступлении? При том самом, в 43-м. Третье поколение ее латает. Я движок новый, форсированный поставил, жигулевский. Сказка, а не машина. А куда ты так торопишься? Кто там у тебя приплыл на пароходе? Принц датский? Датский, датский. Давай быстрее. Don't worry, baby. Alles normales. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, посмотрите, пожалуйста. Там на мое имя должна быть броня. Вы в 301-м прописаны. А Крымов Андрей Валентинович уже поселился? Он в 302-м. Он вас оформлял. Пожалуйста. Спасибо. Держи. Я вас здесь подожду. Привет, Маша. Долго въелся. Ничего, доплыл без приключений. Да, без всяких приключений. Чувствую себя отлично, никаких головокружений. Лекарства принимаю. Отец что-нибудь просил передать? Да, да. Понимаю. Будут новости, сообщу. Целую, Маша. Извини меня, я дура, я проспала. Я так волновалась. Я уж не знал, что и подумать. Где же ты ночевал? Я комнату сняла за 3 рубля. Все время шторм, шторм. Корабль, когда придет, неизвестно. Все к снегом замело. Господи, не Ялта, а Хибина, Андрюш. Я еще там оставил. Эй, парень, подожди. Держи. Тетенька, нам на честно заработанный рубль. Налейте кофе, пожалуйста. Парень, ты не местный? Местный. В гостинице номеров нету. Мне комната нужна. Ты мне не поможешь? У меня есть кое-что для вас. Телевизором можете пользоваться. Сегодня как раз детектив начинается. Спасибо. А это что? Iron Sutton. Не понял. Железный занавес. Пойдемте, я покажу вашу комнату. У меня только 25 рублей. Ничего, я найду сдачу. И, пожалуйста, не свистите в доме. Вы на ночь запираете? А то у меня привычка гулять по ночам. Вообще-то я жильцам ключей не даю. Не забывайте за собой закрывать входную дверь. И, пожалуйста, не шумите ночью. Что? Какой шум? Я буду как мышка. Нырк в норку, и меня нет. Предположим, ты ставишь на чет, скажем, 22. Угу. Или на красную. Если выпадает нечет, или, ну, к примеру, черное, или зеро, то выигрывает крупье. Не представляешь, как зимой голова мерзнет. А ты носи шляпу. И днем, и ночью, я тебе разрешаю. Алло? А, Володя, это ты? Да, это я. Мне нужен контрабас. В футляре. Нет, в футляре, Володь. В футляре, а не в чехле. Ну, даже стыдно говорить, номер старый, ужасно пошлый, но, может быть, этим оригинальный. Я тут Альберта встретил. Да-да, жив, курилка, жив. Ну, хорошо, счастливо, контрабас я сам встречу. Да, пока. А зачем тебе контрабас? Люблю классику. Моцарт, Сарасата, Верди. Или вот, скажем, Пушкин. Знаешь что? Знаешь, что мне больше всего в Онегине нравится? Вот то, что написано самыми простыми словами. Вот послушай. Смеркалось. На столе, блистая, шумел вечерний самовар. Китайский чайник нагревая, над ним клубился легкий пар. Разлитый Ольгиной рукою, по чашкам темную струею, уже душистый чай бежал. И сливки мальчик подавал. Татьяна пред окном стояла. На окнах ладные дыша, задумавшись, моя душа прелестным пальчиком писал на затуманенном стекле заветный вензель «О да е». Вот посмотри, самые простые слова. Ничего, кажется, нет. Есть все. Пойдем пообедаем.
с Альбертом последний раз виделись, она еще не родилась. Как раз в ту нашу встречу он говорил, что собирается жениться, и все, восхищался именем невесты. Зоя, Зоя. Мол, в этом имени есть что-то средневековое, а от алхимии, от астрологии. Помнишь, Альберт? Средневековое? Не знаю, мне так казалось. Зоя – это древнегреческое имя. Ах, вот. Оно значит жизнь. Это действительно так. Вот уже 25 лет Зоя – это моя жизнь. Андрей, поздравь нас. Вчера у нас родился внук. Нам сказали по телефону. Мальчик 54 сантиметра. Да. Поздравляю. Удивительно. А сын сейчас в армии. Ну, а вообще как дела? Неужели все силь вы даете? Даем, даем. Помню море голубое, крики чаек, шум прибоя. Мы одни у диких скал. Были мы совсем как дяди, целовал и руки эти локоны ласкал. Как больно в час тоски вечерней, а шутки вспомнить роковой. Но я тебе не лгал, нет, поверь мне, я всегда твой. Настали дни печали, былая злота тяжела. Довольно слов мы все сказали, и любовь, любовь ушла. Липецкого машиностроительного комбината взяли на себя новые обязательства по повышению производительности труда. Ой, да что ж все это надоело? Ну какая производительность труда? Чем больше горбатишься, тем меньше тебе платят. Крути дальше. О! О, оставь. Сали. Сетанкова. Сали. Comment tu vas? Comment tu vas? Le temps. Me parut très long, loin de ta maison, j'ai pensé à toi, j'ai pensé à toi, j'ai un peu trop navigué, et je me sens... Игра называется «Бангладеш». Я сам придумал. Вот загадай какую-нибудь цифру. Загадал. И я загадал. Ну, скажи, какая у тебя? 7. 7. У меня 8, я выиграл. Не представляю, как ты этот дурацкий футляр довезешь. Пустяки. Возвращайся в гостиницу по набережной, я буду там гулять. Не промочи ноги, пообедай, пока. В Симферополь. Пока, пока. В Симферополь на вокзал. Как думаешь, на перевале не застрянем? Ты правда, извини за рубль. А что ты с этим рублем канитель разводишь? Пропил я его давно. На кофе извел. Гляди. А это что? Книгу писать начал. Пробный экземпляр. Про что книга? История всего живого. От инфузории туфельки до мощнейших событий последних дней. В огне не горит, в воде тонет.
А что за книга, ребята? Вечная книга, папаша. Великая. Так, ну и как она? Отлично. Работает? Очень. В случае вселенской катастрофы она сохранится. Ну, если... Я эксперимент провел. Если будет вселенская катастрофа, тогда нам с тобой жить здесь не придется. Что ж на душе, как исключительно гнусно. А у меня не лучше. Этот факт твоей судьбы у меня тоже предусмотрен. Когда тебе станет окончательно гнусно, поставь эту кассету. А с чего ты решил, что мне должно стать окончательно гнусно? Мне так кажется. Ты знаешь, как плохо у меня, как трудно. Ведь один живу с матерью. И 8 лет. 8 лет я ухожу из-за матерью. Хочешь, в Бангладеш сыграем? А что это? Хорошая игра. Я сам придумал. Сколько у тебя? 19. А у меня 20. Я выиграл. Андрей, у меня к тебе просьба. Ты знаешь, чего мне стоило зажить так, как я живу вот уже почти 25 лет? Мне угрожали, но я выстоял. Ты меня никогда не осуждал за уход. Может быть, единственный из всех. Я знаю, что твое слово было решающим, что благодаря тебе, в конце концов, меня оставили в покое. Я тебе благодарен за это. Андрюш, помоги мне еще раз. За мной оставался долг. Ты об этом не знаешь, и никто о нем не знал. Единственный человек, который знал, давно умер. И я забыл обо всем этом. У меня теперь другая жизнь, другие долги. Другая мораль. Все другое. А теперь этот ужасный долг всплыл. К тому же ты можешь себе представить, как он вырос за это время. Сегодня я встречался с... Я знаю, что он здесь. Он требует вернуть долг. Надо вернуть Альберта. Я не могу. Мне нечего возвращать. Разрешите с вами говорить официально. Пожалуйста. И даже конфиденциально. Пожалуйста. Ваша светлость, разрешите просить руки вашей жены. Извините, это опечатка вашей племянницы. Да вы с ума сошли. Стаси безумно любит Эдвили, и она никогда не согласится на этот брак. А вот мы сейчас это выясним. Вы хотите говорить по телефону? Нет, по граммофону. Ладно, я узнаю. Ну, чего ты киснешь? Альберт, не бери в голову. Завтра мы с тобой поедем отдохнуть, ты возьмешь жену. Это будет милая, увеселительная прогулка. Двух старинных друзей. Я там отлучусь ненадолго. А ты понаблюдаешь, не интересуется ли кто-нибудь мной. У тебя есть фотоаппарат? Андрей, прошу тебя. И вот еще что. Спрячь это куда-нибудь, а? Да, Эдвин! Какой Эдвин? Мой сын, Эдвин! Ах, этот? Что-что? Он в кафе. Так бы и сказали. Вы что, хотите говорить по телефону? Нет, по граммофону. Я даже не понимаю, о чем мы говорим. Все это, в сущности, такие пустяки. Иди-ка сюда, Альберт. Что? А ну-ка попробуй залезть сюда. Ну зачем? Ну попробуй, попробуй. Так, ну-ка давай, давай. Ага. Так, 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 так. Ну отлично. Контрабас возьмут. Унесут в оркестр. Скрипка, которая мне нужна, называется Гварнери. Ты человек интеллигентный, ошибиться не сможешь. И долгу как не бывало. Ты абсолютно свободный человек.
малыш, прошу тебя по-человечески. Что-нибудь про нас, про летчиков. Вот так надо. ВВС в долгу не останется. Спасибо, товарищ. Ребят, играем. Универсальная машина. Нет, голову, а удмурту один хрен. Он не купил. Ночной полет. Поиск пространства. Погода прекрасна. Высота 10 500. Наши летчики. Славные ребята, небо их дом, они не грустят, глядя на мир с высоты. Позвольте пригласить вашу даму. ВВС. Прошу ВВС. Военно Михаил. Людмила. Силы. Шурик, не зарывайся. Сфера. Особого внимания ВВС. Универсальная машина. Универсальная машина. Сегодня не праздник. Просто игра. Горячий участок давно позади. Пилоты молчат, смотрят на звезды. Задание выполнено успешно. Все улыбаются. ВВС. ВВС. Военно-воздушные силы. ВВС. Сфера особого внимания ВВС. Универсальная машина. Универсальная машина. ВВС. Искусство высшей любви. Поэзия зрелых исканий. Кто они? Участники последнего парада. Простые ребята, которые раньше всех уйди. Достигли неба. ВВС. ВВС. Сам уйди! Военные силы. ВВС. Сфера особого внимания ВВС. Универсальная машина. Универсальная машина. Ничего страшного. Ничего страшного. А мы встаем на ножки. Прошу вас. Ту-ту-ту-ту.
мадам, за этот бардак наши глубокие извинения. Ради бога, пустяки. Товарищи, я был не трезв. Спускай, не считаешь, майор. Я приношу свои извинения. Шинель, пожалуйста. Я приношу свои извинения. И вам. Людмила, я приношу свои извинения. Я был не трезв. Сюда, пожалуйста. И потому приношу свои извинения. И прямо на выход. Я был не трезв. Это поведение недостойно офицера. Я был не трезв. Все будет как положено. Я приношу свои извинения, товарищи. Товарищи, я не... Да. У нас тут получается целая культурная программа. Вечер современной музыки, театр. Когда вы здесь? Еще 2 недели, если не продлят гастроли. Но видите, в городе пусто, наверное, не продлят. Вы еще приходите, мы всю силу даем. Извините. Ребята, можно вас на минуточку, а? Пойдем, Андрюш. Я тебя давно хотела познакомить. Вот, пожалуйста, бананан. Нанабан. Крымов Андрей Валентинович. Кстати, я хотел извиниться за тот рубль. А вы хотите, чтобы я вам его вернул? Ну, что ты хочешь, Альберт? Мы с тобой, мягко говоря, далеко не молодые люди. У меня раньше и телефона, и книжки не было. Как-то медики говорят, склероз, маразм. Знаешь, как больной приходит к врачу и говорит, доктор, у меня провалы в памяти. А давно это у вас? Что давно? Ну, провалы-то в памяти. Какие провалы? Добрый день, дорогие телезрители. Мы ведем свой репортаж из Никитского ботанического сада. Сейчас наш сад выглядит необычно. Все субтропические растения покрыты большим слоем снега. Очень необычно смотрятся такие теплолюбивые растения, как опунцы, бамбуки и некоторые виды акации. Эти растения пока, очень необычного экзотического облика. Непривычно видеть под толстым слоем снега. Снегопады подобного рода, они наносят большой ущерб для субтропических растений. Большинство из них ломаются, выворачиваются с корнем, а иногда и погибают от морозов. Очень оригинально смотрятся пальмы верные китайцы, Трахикарпус эксельза, которая была заведена в Никитский ботанический сад. А потом ты тихонечко подошел. Если ты все так хорошо слышал, значит, не совсем тихонечко. Пароход дал 3 длинных гудка, протяжных. Внимание! По-моему, я моргнула. Давай еще раз. Ну, так очень хорошо. Хорошо, хорошо. На пароходе особенно так и не разгуляешься. Там же ты маленький, бутербродик с сережкой. Осторожно, иди по тропинке. Ну, вот. А вечер, когда я уже вернулся, наступила такая невероятная тишина. Все. Я не понимаю. Получается, что вот этот бородатый и есть шар? Вроде бы да. Вроде бы так получается. А говорили, что он гладкий, как колено. Черт его знает. Может, загримировался? Ну, хорошо. А Сван? На выход. Вперед. Стой. Лицом к стене. Пошел. Стой. Пошел. Потихоньку калитку. Разрешить? Да. Проходи. Проходите, садитесь. Благодарю. Вы что, постриглись? Да. Это я сам. Так, гигиеничней. Продолжим. Я уже все сказал. Я был не трезв. Мое поведение недостойно советского офицера. Приношу свои извинения. Перестаньте валять дурака. Это ж глупо. Где вы взяли форму?
форму? Ну, хорошо. Пусть я наврал. Пусть я не майор. Но я хотел. Сколько раз я летал во сне. Я осуществлял стыковки и расстыковки. Я выходил в открытый космос. И там парил. Тогда, в тот день, я спал. И там во сне я услышал по радиоточке, что он погиб. И когда я проснулся на кухне, я вдруг понял, что это правда. Первый космонавт погиб! Гагарина нет! Я плакал, но я знал, что первым космонавтом я не хотел быть. Я не идиот. Юра! Один! Но Титов красив, интеллигентен, тонок, подтянут, умен. Когда я смотрел на себя в зеркало, я видел, даже физические параметры идентичны. Все одинаково, даже рост, вес, кроме одного. Анкетных данных, маленьких буквок, маленьких, целеньких. Что, разве дело в буквках? Скажите! Тогда я отказываюсь отвечать. Тогда я заявляю саморечительный протест. Я требую, чтобы было записано. Заключенный выражает свой протест. Саморечительный! Больше ни слова. Перестаньте юродствовать, Бабакин. Это утомительно и никому не нужно. Ни мне, ни вам. Вот, читайте. Я приношу свои извинения. Я был нетрезв. Вы знаете Свана? 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 Обыкновенная в форме. Югославская? Кажется. Ага, ну две порции срежу. Хорошо. Лимон есть? Кажется, есть. Порежь его, дружок, только сахаром не посыпай. Хорошо. Супа, конечно, нет. Ну какой суп в 12 часов? Ага. И все-таки отвари какой-нибудь бульончик. Попробую. И цыплят пожарь, только не потуши, а пожарь. О, привет, а ты что здесь? Привет, у тебя мама в санатории работает. Ну? Там есть водные процедуры. А тебе зачем? Это Андрей, ему водный массаж нужен. Ты с папиком? А что смущаешься? Я не смущаюсь. Классный папик, пойду поздороваюсь. Здравствуйте. Ну и дальше по усмотрению. Вам вернуть рубль? Да, и кофе, конечно. Ага. У меня к вам просьба. Поиграйте часок. Ну, я понимаю, все закрыто, закончено и все-таки. Выбирайте любую. Надеюсь, на этот раз я вас не обидел. Мочалкин Блюз! Хочу я всех мочалок застебать, нажав своей ногой на мощный фуз. И я пою крутую песнь свою.
мочалкин блюз. Хочу скорей я с них прикид сорвать, сорвать парик и на платформе шуз. Мочалки, эй, бегите все скорей, ведь я пою мочалкин блюз. Крутой, я круче всех мужчин, мне волю дай, любую соблазню. А ну-ка, мать, беги ко мне в кровать, лишь дай допеть мочалкин блюз, лишь дай допеть мочалкин блюз, лишь дай допеть мочалкин блюз. Айн, цвайн, драйн. Что это? Это сдача. Мы на 100 не напели, только на 20. Песни вашего сочинения? Разумеется. Из иронического цикла про старика Козлодоева. Козлодоева? И кто же это? Все узнаете, всему свое время. А теперь кончен бал, тушим свет и курим солому. Оп! Аркадий, how do you do? А, что-то случилось? Нет, ничего не случилось, не волнуйся. Ты отдыхать приехал? Нет, к тебе по делу. Значит, все-таки что-то случилось? Я рассказал, ничего не случилось. Пока. Но поговорить есть о чем. Давай поговорим. Давай поговорим. Я жду тебя завтра на нашем месте. В час. Но нас не должны видеть. Ты постарайся не вызвать подозрения своей поездкой ко мне. Счастливо тебе, Аркаш. Адью. Адью, папа. Покучнее, товарищи, но не перекрывая друг друга. Все должны видеть объектив. Внимание. Снимаю. Еще раз.
Работа над книгой продолжается. Как раз закончил главу об Уинстоне Черчилле. Называется «Нечеловеческие взлеты и невиданные падения». Если ты нормальный, то ты живешь какой-то неестественной жизнью. Класс. А я вообще не живу жизнью. Жить жизнью грустно. Работа – дом, работа – могила. Я живу в заповедном мире моих снов. А жизнь? Что жизнь? Практически жизнь – это только окошко, в которое я время от времени выглядываю. И что там видно? Да так, нифига. Муть всякая. Я работала в Орле медсестрой. Он попал к нам из гостиницы по скорой, я дежурила. Потом он рассказал мне, что одинок, жизнь ведет перелетную, хотел бы осесть. А ты как? Иметь жену, детей. Но не сейчас, позже. А чего позже? Потом он сказал мне, что я ему нравлюсь. Я подумала, что меня ждет в жизни. Это кто? А это певец мой любимейший. Ник Кейв. А это Юрий Алексеевич Гагарин, первый человек в космосе. А это The Communication Tube. Что? Коммуникативная труба. Садись. Допустим, тебе хочется поделиться со мной каким-нибудь своим душевным переживанием. Приводим трубу в position number one. Ты туда говори, а я сюда ухом. Давай, говори. Что говорить? Ну, хотя бы что у тебя там с этим папиком? С Крымовым. Угу. Ты что, заснула? Я люблю его. 3 года он звонит мне каждый вечер. Теперь мы опять вместе, и расставаться не хочется ни мне, ни ему. Отлично. Теперь приводим трубу в position number two. Ты туда ухом, я сюда. Екатерина вторая. Довольно долгое время переписывалась с Вольтером. Хорошо слышно? Хорошо. Так вот, Екатерина II действительно довольно долгое время переписывалась с Вольтером, ведя при этом дневники откровенного содержания. Другие же известные истории дамы вели только дневники, да и то не все. Все изменила революция. Это что? Так просто мысль высказал из будущей книги. А при чем здесь Екатерина? А при чем здесь Крымов? А если дождь намокнет? А я пакетик сошью специальный, полиэтиленовый, на шнурке. Держи, натриум карбоникум, сода пищевая. Удивительная картина жизни. Пальмы в снегу, Ялта зимой. Труба нравится? Хорошая вещь. Дарю. Три месяца! Вечная! Яблочко хочешь? Нет. На, держи. Что это? Автоматическое фото. Подарок. Погляди на досуге. А что там с нашим генералиссимусом? Дерьмо дело, папа. Сидит плотно. Доставать надо. Легко сказать. Дать надо. Берут плохо. Много или боятся? И много, и боятся. Тут, сынок, жадничать нельзя.
Сколько скажут, столько надо и дать. Богатые люди, особые люди. Адью, папа. Привет. Здорово. Что это у тебя? Подарок. Communication tube. Моднейшая вещь. Communication, чего не понял? Коммуникативная труба. Допустим, ты мне хочешь сообщить что-нибудь интимное. Садись. Приводим трубу в position number one. Приводим. Ты говори туда, я ухом сюда. Но. Говори. Между прочим, завтра 3 года, как мы познакомились. Можно отметить. Но нужно, чтобы было все как полагается. Знакомые с твоей стороны, с моей. Ну, с моей будут Альберт, Зои. А ты кого позовешь? Ребят, там наверху вроде снег пошел. Я что-то не врубаюсь. Нафиг нам вообще все это нужно? А дядька Золотой нам денежку башляет? Башлять-то он башляет. Жаль только, что наш банан ему все сдачу сует. А давайте хоть в эту тряпку завернемся, а то мы там наверху действительно все околеем. Пойдем наверх, а то неудобно. Давай, давай, тащи на себя. Во, растягивай, тяни. Давай. Угу. Ты не потерял форму. Мне это очень важно было знать. Что вы решили? Я говорил с ним. Ничего нельзя сделать, Альберт. Если ты не можешь вернуть долг, придется помогать нам. Я понимаю и сочувствую тебе, но... Ну, если тебе так легче, представь, что ты делаешь это не ради оплаты долга, а из личного расположения ко мне, ради нашей дружбы. И начнем мы с контрабаса. Ты пойми, мне нужна не какая-то там скрипка, а именно ты. Понимаешь? Именно ты. Андрей, это жестоко. Что поделаешь? Жизнь жесток. И не унижайся, Альберт. Все равно ничего не изменишь. Это только испортит наши личные отношения. Личные отношения. Ползает по крыше старик Козлодоев, пронырливый, как карастель. Стремится в окошко залезть Козлодоев какой-нибудь бабе в постель. Вот раньше бывало,
гулял Козлодоев, глаза его были пусты. И свистом всех женщин звал Козлодоев заняться любовью в кусты. Занятие это любил Козлодоев и дюжину в раз ублажал. Кумиром народным служил Козлодоев и всякий его уважал. А ныне попрятались суки в окошках отдельных квартир. Ползет Козлодоев, мокры его брюки, он стар, он желает в сортир. Песня посвящается мне? Да. А вам понравилась песня? Нет. Господи, за что его, Господи? Вы спускаетесь? За что? Я посмотрю, не забыли ли чего. Почему ты все время бреешься? Не хочу, чтобы ты видел меня небритым. А к чему это, Майк? Если тебе холодно, купи пижаму. В пижамах спят одни старики, а я, надеюсь, еще не старик. А че тебе не нравится эта майка? У меня такое чувство, что я сплю с Пеле. Во-первых, у Пеле был 10-й номер. А во-вторых, не хватало еще, чтобы ты спала с футболистом. Какая разница? Я сплю с теннисистом. Прости меня. Прости. Прости, я сама не знаю, что со мной. Прости. Стихотворение М. Ю. Лермонтова. 6 букв. На какую букву начинается? На К. Кавказ. Верно, подходит. Кавказ. Послушай, Альбертову Зою ты из театра отвозила? Я что? Ты хорошо посмотрела, там ничего не осталось? Ничего. Жаль. Четверть века знал его, человек ушел, и не осталось ровным счетом ничего. Согласись, обидно. Старейшая улица в Москве, 5 букв. Арбат. Верно, Арбат.